Я поздравляю с праздником, с новым 2018 годом. Всех своих родственников, близких, друзей, коллег. Всех с праздником, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Уважаемые жители, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю успехов на работе, благосостояния в семье, много улыбок, а если быть слезом, то только слезы от счастья. Пусть наступающий Новый год принесет вам много-много отличных идей, и чтобы эти идеи в данном году свершились. Счастья вам и благополучия! Дорогие земляки, уважаемые ветераны микрорайона Тугайкуль и РМЗ, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отменного здоровья, большого человеческого счастья, любви, внимания и заботы ваших близких и родных. Пусть декабрь серебрится Порошею, запорошит любую пургу. Я желаю вам только хорошего в наступающем новом году. Ну а Новый год наступающий – это год собаки. Пусть вас собака стережет от беды и от невзгод. Тепла, заботы, уюта, добра всем вам и вашим детям, вашим семьям. С Новым годом вас всех! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем творческих успехов. Желаю, чтобы у всех в душе не встречались ненастья, чтобы была удача, чтобы сопутствовал успех. Пускай успех вам поскорее придет, как вспышка молнии небесной. По жизни двигайся вперед, дорогой творческой, чудесной. С Новым годом! Уважаемые жители нашего города, желаем вам всего самого хорошего в Новом году. Поздравляем вас, исполнение вам всех желаний в эту ночь прекрасную новогоднюю. Ну и всего самого хорошего. Поздравляю вас, папа, мама, мы желаем, чтобы вы жили вечно. И мы вас любим. Расскажите. Туфли к маме нашлись и ни разу не упали. Модно и легко кружиться, но на этом учиться. Что за карнавал веселый закружил гостей? Сказочные маски на лицах детей. Радость и веселье, слышен детский смех. Снегурочка-волшебница поздравляет всех. Прыгают под музыку, веселятся дети. Новогодний праздник лучше всех на свете. Снеговик забавный в гости всех зовет. Песенку о елочке для детей поет. Бьют часы 12, Новый год встречаем. Каждому здоровья и любви желаем. Я поздравляю всех с кем-то, когда-то работала в 19-й школе. Всех тех учителей, которые помнят меня. Ну и учеников, которые учились под моим руководством, которых я учила русскому, немецкому языку. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю им, чтобы Дед Мороз мешок удачи в дом принес. Еще мешок с успехом, а третий, чтоб со смехом. Свою печаль, свою беду сложите вы в мешок ему. Пусть он все это заберет и в лес с собою заберет. Привет всем, меня зовут Шабашова Наташа. Я хочу поздравить всю свою большую семью. Мамочку любимую, Шабашову Екатерину. Бабушку, дедушку и всех-всех-всех. Хочу поздравить свою школу, номер 16, учителей и одноклассников. И особенно хочу поздравить Дом культуры РМЗ. Спасибо за возможность, которую вы мне дали. А всем жителям поселка РМЗ хочу пожелать здоровья, счастья и успехов в творчестве. Всех копичан, весь поселок РМЗ от нашего клуба карате поздравляем с Новым годом. Желаем удачи, здоровья, побольше радости. Всех родных, друзей, знакомых с Новым годом поздравляю. Мира, радости, здоровья от души всем вам желаю. В год собаки пусть окрепнут верность, дружба и любовь. Пусть удача будет с вами, счастье с вами будет вновь. Поздравляю всех одноклассников, мам, бабушек, родителей с Новым годом. Желаем счастья, здоровья и успехов. Дорогое мое любимое семейство, мой муж, два сына, мама, папа, сестренка и племянник, а также дорогие любимые мои коллеги и друзья, я вас всех хочу поздравить с наступающим новым 2018 годом. Пусть будет денег водопад, пусть будет праздничный наряд, пусть будут радости и смех.
И пусть у вас все в новом году сложится замечательно, на отлично. С Новым годом вас!